Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Прогноз погоды». Информация для жителей и гостей нашего города. Салон «Киров Мебель» предлагает кухни, шкафы, купе на заказ по индивидуальным размерам. От мебельной фабрики «Вираж», а также диваны, столы, стулья и многое другое. В нашем салоне вас бесплатно проконсультируют и составят дизайн-проект. После этого к вам выйдет специалист, который выполнит все необходимые замеры. Срок изготовления 3-5 недель. Скидки до 30%. Торговый центр «Карст Уют», улица Булгакова, 19, цокольный этаж. Наш сайт www.kuchnyaviraj.rf. Лето – время для дачных построек, перестроек и ремонта. В магазине «Техкомплект» есть все для отдыха на даче и благоустройства загородного дома. Здесь вы найдете электроинструмент, насосы и насосные станции, печи, отопительные и банные, аксессуары для бани и многое другое. Вас ждут по адресу Печорский проспект, 56. Магазин спецодежды и домашнего текстиля по адресу улица Советская, 31, приглашает на новое поступление товара и дарит скидку 15% на зимнюю спецодежду и обувь, а также скидки на выделенный ассортимент товара. Для вас всегда в продаже зимняя и летняя спецодежда и обувь, а также одежда для отдыха, охоты и рыбалки, средства индивидуальной защиты. Вас будут рады видеть по адресу улица Советская, 31. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Грант». В магазинах «Грант» новое большое поступление одежды, обуви и аксессуаров. Стильная, элегантная, потрясающая летняя коллекция. Для мужчин и женщин еще больше моделей в наличии. Магазины стильной одежды и обуви «Грант». Улица Гагарина, 37, торговый центр «Космос» и улица Булгаковой, 19. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра, 20 июня, в Печоре ожидается переменная облачность, днем временами небольшой дождь, ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, порывами до 15. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 7-9 градусов, а завтра днем 17-19 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnadefisplus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго. До свидания.